Всем привет! С вами снова Ниагара и Фоулу, первый император. Сейчас мы который раз уже направляемся опять по этой деревне. И я не знаю даже, что они от меня хотят. Конкретно. Нет, все понятно, но что конкретно? Было две попытки уже императора покинуть деревню. Что это такое? Но, не знаю, может быть, туда сходить. Опять она. А? Рионг! Какого черта? Привязать тебя, что ли, к кровати, да? Что-то пропустил? Что-то пропустил, похоже. Ну, вот вулкан здесь. Посмотри, типа, видишь, вулкан. Извергается, похоже. Нужно что-то сделать, чтобы у них деревня не погибла. Горы начали курить. А это значит, что бог горы чем-то сердит. Бог? А говорят, что внутри горы живет бог. И если он сердит, то будет большая катастрофа. Так говорит легенда. Свержение вулкана никак. Куда вы идете? Поговорю с богом. Я не хочу встретить этого бога. Такой на ногу. Ну, нам, наверное, нужно сходить к этой горе, да? Посмотрим, что здесь. Вход прям такой. В вулкан. Бог, да. Знали бы они, кто он. Вообще обалдели бы. Ну тут же напали, а вы подумайте. Не успел разбить камень, тут же. Мочи их! Ничего себе. Вот что это такое интересное? Что за лепешки с глазами и с рогами? У него двойные удары, круто. И меч. Он тоже так же, как Сциас, дерется мечом. И как Руи. Ну давай, мочи его. По 1000 снимает. Нам бы такого в команду. Было бы супер. Зачем вот эта прокачка для него идет? Уходили бы все эти баллы нашим персонажам. Нафига ему это? Куда-то мы поскакали. Это что? Фрукт мудрости. Так. Отбежал. Молоток. Ну, там, возможно, еще что-то можно подобрать. Но я просто... Что за цветочек? Просто... Не хочу. Потому что это у нас... Не наш персонаж, так скажем. Да. Непонятная какая-то каменная фигня в земле. Так что я не сильно заинтересована в том, чтобы он тут бегал, все подбирал. Это все равно потом нам не переходит. Нашим персонажам. Так. Там что-то можно еще, похоже, подобрать. Но мы пойдем прямо внутрь. Там, наверное, был еще какой-нибудь мешочек с полезностями, с разными. Опять эта фигня, ну давай вот так. Автоматом его заколбасим. Чтоб уже не отвлекаться. Ну вроде бы такая клумбочка с цветочком. На самом деле там какая-то морда в земле. Вот денежки, по-моему, идут нам, если я не ошибаюсь. Или ему. Я что-то счет не запомнила, который был у нас. И хотя у наших, по-моему, было больше тридцатника. А у него что-то тут 6 или сколько? Куда идем, пока не знаю. Интуиция ведет. Там сундучок был с той стороны. Попробуй поставить автоматическую атаку. Я надеюсь, что никаких неожиданностей не будет с их стороны. Каких-то таких смертельных. Я пока еще не видела, как они атакуют. Ну, нифига себе. Вот это супер атака. Одним ударом два косаря.
Может быть, я на обратном пути все это пособираю. Возможно, мне обратно придется так же топать. Абсолютно так же. Что-то не пройти, да? Только вокруг. Тогда и пособираем там все эти сундучки и мешочки. Ух ты. Первые наши желебушки. Только они были зеленые, а эти черные. И умеют делать вот такую нехилую магию. Даже для императора нехило 600. Пока. Классный боец. Да, тут всего 8000, это его личные денежки. Ну так только вот зачем? Опять же, фолу у нас не ходит по магазинам оружия или еще что-то такое. О, это бог. Ты претендуешь быть богом? Я бог, а ты кто, человек? Ну, типа тоже бог, ты не бог. Ты только его тень. Ты выпил отбросы богов и веришь, что это сделает богом тебя самого. Угу. Сейчас поставим его на место. Мы уничтожим вас нашей силой и силой других. Это все. Не понимать, тупой человек. Он смешно говорить. Человек думать, что я дурак. Но это не есть так. Может, миру не нужны боги? Что ты пишешь? Тупой человек гонит. Я не понимать, тупой человек. Я убивать его. Моя твоя убивать. Хорошо. Как скажете. Начнем медитировать. Посмотрим, какой магией лучше его колбасить. Может быть, даже простыми драконьими атаками. Физическими. Такое с диском. Диск подзаедает. Он позвал семью еще. Мелких этих. Ладно, они меня будут отвлекать. Посмотрим, давай посмотрим, что ты скажешь, например, на тряску. Тряска, скорее всего, это же тоже, наверное, 1000, ну 2000. Мало, блин. У него, естественно, заклинание земли. О, вот это потом у Крея тоже будет. Да, это круто. Он будет так атаковать, по-моему, всех врагов. Ладно, хорошо. А это что скажете? Это атака, по-моему, для всех. Ну-ка посмотрим. И при этом она еще и АП не забирает, да? Это можно все пропустить. О, хорошо. Вот какая атака нам нужна. Все, ей будем мочить. АПшек у меня пока достаточно, ХПшек тоже, так что... Дракончик вперед! Сразу всех его этих убил. С подручных. Хотя, вот знаете, у него, вот я сейчас посмотрела, сколько забирает эта атака. Она хороша, когда... Несколько врагов, да, она убивает сразу и мелких. А вот, когда он один, можно пробовать что-то другое. Потому что тоже немного, ну, около 2 косарей он сейчас снял с него. Примерно как и другая атака. Так, детенышей нафиг. Пролете мой дракончик Фаулу. Что у нас еще есть? Давай посмотрим. Удар мороза есть. Бинг какой-то есть. Может, это бинг попробовать? Давайте попробуем. Ой, фу, как мало все. Ладно, понятно. Опять семью позвал.
Яблочки такие выпали с головы. Хорошо, давай снова эту атаку. Да, ну чем больше развития, тем прикольнее атаки у персонажа. Тем мощнее они. Самые первые, конечно, самые простенькие для легких врагов. Для небольшого урона. Тынц. Как бы они у меня его не замочили такими успехами. Что я там пробовала для него? Тряска. Тряску давай сделаем ему. Тоже неплохая тема. О, как мало. Что-то мне кажется, чем больше мы с ним бьемся, тем меньше он хп у него снимает. Ну, эти мелкие даже ничего не успевают предпринять в мою сторону. Мы их сразу дракончиком. Фигакс! Сколько уже детенышей поубивали у него? У меня апошки могут закончиться. Каждый раз по 16 уходит. Смерть я почему не применяю? Можно было бы применить, но это не значит, что он умрет. На него это не подействует. Так. Удар мороза, блин, даже не знаю. Чуть еще предпринять. Ну давай тряску простую. Ой, что-то вообще как-то плохо. Чем дальше, тем хуже атакует он. Устал, что ли? В чем дело? Может попробовать простую физическую еще. Так, ну сейчас-то понятно. Старая схема, чтобы убрать этих мелких засранцев. Хорошо, хорошо, что есть функция пропуска ролика. Ты один остался, что ли? Сам себя подлечу такой. Ну ничего, ничего. Мы твоего здорового папашу, который считал себя богом, завалили. Тебя-то тем более. 3000. Крутой, крутой фоулу. Дайте нам такого. Или хотя бы Руи раскачался под таких же тоже пределов. Все, вот вам и бог. Вечные вызваны в эту сферу. Это меняет равновесие природы, наводняя мир сильной и опасной энергией. Она захлестнет существ и заставит их думать, что они боги. Ну, всякий каждый будет думать, что он бог. О чем думают смертные? Говорят, что она вызывали сюда всяких драконов и богов. Блин. Я же говорю, обратно пойдем тем же путем, так что я смогу еще насобирать все эти сундучки. Счетчик. Угу. Интересно, хилки есть у него? Давай еще разок. Хорошо, ему бы отдохнуть снова в деревне. Что-то мало АП. Можем сейчас пойти доложить ей, что все. Бог того. Мы его утихомирили. А больше не будет ничего бузить. А, блин. О, ничего себе, какой кабанчик. Как ты тут затерялся в вулкане? Один удар и все. Он даже не понял. Ну что, попробовать достать, что ли, сундучок-то? Он где-то с этой стороны был. Вон он. Так, ладно, это в обход, да, надо идти. Да прыгни ты же, умоляю тебя. Вот. Еще раз. Так, в эту сторону. Не добежать. Ладненько. Давай. Попадаются легкие враги, это хорошо. Прокачиваемся потихонечку.
Нам еще не надо бы его прокачивать, мы идем против него, так скажем, это вторая половинка же. Руи. Нашли мультивитамин. А, это хорошо, он будет восстанавливать здоровье. Все же как-никак нам дают за него играть, и чтобы он там помер по дороге, мне не хотелось бы. Да блин, давай. Вали этот жилибон с глазами. Дальше, 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 дальше. Хотим посмотреть, что будет дальше. Он сейчас вернется таким победителем. Все, я там поговорил с богом горы. Спите спокойно. Так, ну что, попрыгаем, что ли, туда дальше там? Я хотела проверить, вот здесь камушек он разрушит или нет. Нет? Не хочет. Что-то я, похоже, зря тогда ходила, да? Кабаняра, ты чё? Никак не успокоишься. Надо попросить его переслать нам на счет деньжат. А чё он это может разрушать-то? Ну-ка. Да блин, не то нажимаю. Не-не-не-не-не-не-не. Что-то как-то нет. Ладно. Что стряслось? Жители деревни? И наша мадам. А ты? Что ты наделал? Чего? Хотели как лучше. Что ты сделаешь богу горы? Уже сделал. Нормальные люди не ходят здесь. И не делают этого. Кто ты? Нет, что ты? I am full. Это мы все еще тут общаемся с драконами. Вот, смотрите, навызывали, короче, кучу целого богов. Я думал, ты появишься, если мы позовем тебя. Вы драконы, которые присматривают за миром, да? Да, молодой дракон. Мы уже встречались. Я Пункрионг, дракон ветра. Ну, все поняли? Руй здесь. Дракон... Нор, или что, не знаю, Иори. Его роль еще не ясна. Руи завершена. Да, типа, что завершено? Миссия Руи, может быть. Руи стал дырой. Пока мы не увидим провал твоей затеи, ты знаешь, это у тебя нет своей формы. Как ты знаешь, другая часть дракона, Иори, была первым императором империи Фоулу. Он проснулся уже. Руи будет завершено, воссоединившись с Фоулу. От судьбы не уйдешь. Нам надо соединиться с ним. Что это значит? Мы против соединения двух его половин. Поэтому мы зовем тебя помочь нам предотвратить это. А они им такой же совет дают. Да, да пусть соединятся и все. Так, что спасет Руи от встречи с императором? Неужели так это так плохо? Послушай, помнишь, что Аббатиса в чеке сказала тебе о столбах света? Все хорошо? Родился что-то там, ворота какие-то с другой стороны. У нас есть Фоулу, основатель империи. И кто жил веками? Чей свет, думаешь, больше, сильнее? Так, Руи будет залит Фою и исчезнет. То есть небо исчезнут, тут что, послушай, Дейс. Мы наблюдаем за этой сферой и стремимся сохранить поэзию нейтралитета. Это не причина стать богом, не так ли? Так ли, так ли? Фига себе тут написано. Руи, отослать меня назад на родину. Что? Ты используешь силу бога для своей выгоды? И какие разные люди в этом мире. Они забирают нас из нашего мира и превращают богов. Мы работаем для их выгоды. Опа. Ты говоришь мне, чтобы я осталась как сейчас? В этом занятом теле? Что происходит? Эй, поговори со мной. Никто не может усмирить бога горы.
Ты кто? Что ты здесь делаешь? Мама говорит, что корзину охраняют Киои. Ой, ну надеюсь, что это неправда. Такие названия у них не могу. Так, не волнуйся о таких мелочах. Мы должны быть довольны, что гора молчит. Гора молчит, так? Рионг, ты, наверное, устал. Иди домой отдохни. А вот все. Иди отдохни. Посылает. Третий раз послала уже. Что такое, а? Ну, пойдем отдохнем, раз уж так настойчиво она говорит сделать это. Так, а что тут? Какой-то выход. Стоп. Дверь где? Чуть не понимаю. Вот. Как будто стена такая, дверь. Я думаю, что не так умен, как ты, что мы упорствуем в этих отношениях. Рионг, не позволяй тому землевладельцу на тебя что-то. Ведь народ деревни благодарен тебе за то, что ты сделал. И я тоже. В общем, ты молодец. Нас опять подлечили. Переночевали. И можем идти дальше. Ничего себе. Но сделаем небольшой перерывчик и скоро с вами снова встретимся. До скорого. Пока-пока.